Пошастунки, унікальні вироби і цудовний настрой привезли у Могилів круглянські умільці. У обласному центрі пройшла творча презентація Круглянського району у межах обласного творчого проєкту «Фестиваль народних талентів Могилівщини». Каб не згубиться у эстафете творчих презентаций, каждый район показывает лепшее, уникальное не только на просторы в области, але и у всей республики. Круглянщина привезла и сувениры, и почастунки по оригинальных рецептах. Работает молодежь, в основном девочки молодые, энергичные, хорошо рисуют, хорошо разбираются в технологии приготовления. И у них вот у нас так, вот показал в интернете, даже достаем картинку, показал, ради бога, 3 часа и торт готов. Бизнес успешный, работаем мы рентабельно, имеем прибыль, имеем хорошая заработная плата, все у нас хорошо. Презентации зробили районный краязнавчий музей и дом ремёстваў, а экотуркомплекс «Николаевские пруды» представил могилевской публице привабные туристические маршруты. Круглянский район принимает участие в фестивале народных талантов Могилевщины с огромным удовольствием, потому что наша отчетная программа как раз выстроена накануне Дня работников культуры. Это большая честь для нас, ну, конечно же, и большая ответственность. Поэтому привезли мы все самое лучшее, свои самые лучшие титулованные народные коллективы. Круглянщина славится оригинальными тканами, выробами, белорусской лялькой, вышивкой и разбярством. Есть у районе и самобытные народные ансамбли. У финале концерта традиционно Круглянский район передал эстафету фестиваля Краснопольскому району. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, «Новини регіону».